сделали выводы под розетки. Здесь уже у нас уже есть лампочка. Ну вот примерно, где мы наметили, где будет. Да, здесь у нас вот планируется телевизор. Ирина с супругом вложилась в квартиру на Прудской 40 в Новоалтайске 5 лет назад. Семья рассчитывала через пару лет отметить новоселье. Но у застройщика возникли финансовые трудности. Достраивала дом уже другая компания. Пока семья Штифоновых ждала свои 22 квадрата, снимали квартиру в Барнауле. На аренду жилья потратили более 300 тысяч рублей. 3 последних года ожидание уже было достаточно нервным. Да. Планы, конечно, поменялись. Теперь хотелось бы приобрести жилплощадь побольше, потому что, ну, по крайней мере, на этап, если вернуться на 3 года назад, да, эта квартира была бы нам, в принципе, вообще достаточно. Пока семья планирует обживаться здесь, а затем Ирина с супругом, к слову, они ждут пополнения, будут думать о квартире побольше. Кстати, уже с июля по решению арбитражного суда многие дольщики Демидов-парка начали активно заселяться в квартиры и делать ремонт. Правда, некоторые не торопятся получать ключи, так как для этого нужно подписать акт приема-передачи квартиры, где 4-м пунктом значится, что у жильцов нет претензий к срокам сдачи дома. Люди опасаются, что после подписания документа им не заплатят компенсацию за просрочку. Вы будете спокойно подписывать этот акт или все-таки пока воздержитесь? Я его еще в глаза не видел, акт, чтобы прям конкретно сказать. Ну, у меня есть судом арбитражным решение вынесенное, что вы выдать квартиру, выплатить неустойку. То есть, если это не повлияет вот подписание этого акта на вот это решение, я это еще буду консультироваться, то тогда, конечно, его подпишу. Размер неустойки у Александра 100 тысяч рублей. Терять такую сумму он не намерен. По заверению нашего юриста, акт приема передачи квартиры – документ обязательный. Если этого документа нет, то фактически квартира принадлежит застройщику. Правда, подписывать нужно грамотно, добавляет эксперт. Граждане имеют право подписать данный акт с пометкой ниже, с какими пунктами они конкретно не согласны. То есть подписано с разногласиями, поставив под подписью свою роспись. Кстати, по словам дольщиков, это единственный нюанс, который их беспокоит. В целом домом и квартирами они довольны. Нравится им и то, что район планируют развивать. Недалеко от новостройки достраивается садик. В будущем хотят возвести школу, устраивает их и транспортная развязка. Правда, новоселы боятся, что некогда скандальная репутация Демидов-парка может негативно повлиять на продажу квартир в этом доме. А продавать свои квартиры многие уже планируют, ведь за время ожидания некоторым семьям здесь стало тесно. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.